Всем, находящимся в здании, срочно покинуть свое помещение через запасные и аварийно-спасательные выходы. Сегодня в кинозале одного из торговых центров Самары сработал сигнал тревоги. На место выехали пожароспасательные подразделения. О том, что на самом деле в здании ничего не горит, сотрудники МЧС узнали лишь на месте. По легенде учений, в кинозале произошло возгорание. Из торгового центра эвакуировали 400 человек. Юрий Иванов вместе с внуком были в одном из магазинов торгового центра, когда прозвучала сигнализация. Мы так резко, говорится, не испугались. Спокойно вышли. Запаха дыма мы не почувствовали, поэтому были спокойны. Спокойно эвакуировались. Александр Калашников пожарным работает с 18 лет. За 11 лет он прошел путь от рядового сотрудника до начальника части. После того, как поступил сигнал о возгорании, отряд во главе с Александром выехал на место. По повышенному номеру пожара автоматически были высланы силы. Были высланы два отделения ЦСР 7-й части и одна автолестница. По прибытию к месту вызова условно было установлено, что происходит горение в кинозале номер 4. Производится эвакуация людей на месте вызова. В пожарно-тактических учениях приняли участие 11 единиц спецтехники и 52 человека. По результатам данных учений был произведен разбор, на котором были доведены все выполненные задачи в ходе данных учений, значит, работа всех подразделений оценена удовлетворительно. Массовые проверки торгово-развлекательных комплексов и тактические учения проходят регулярно. На объекте, который сегодня стал эпицентром событий, все системы безопасности находятся в исправном техническом состоянии. Мария Ильчан, Василий Колдашов, события.